Кально отрублю. Синхронно отрублю, подожди. I repeat. Duck your kev, miss one kevs. Griffon your archer and other players. Infantries. Грифон, ты себе какой щит покупаешь? Какой надо? Ну какой? Какой второй они обычно покупают арбы? I don't mind filling as archer or cav if you've got other cav that you want to play. I mean archer or infantry, so. We just have no. We have no more archers in our team. Only one. Do you want me to fill as archer then, or? You want to be an archer? Yeah, I don't mind. I'm guessing if you were to play an actual match, you'd probably have two archers, so. Alright, let's try. For the rollers. You will be an archer if you want. Okay. So we have two cavs and two crossbowmen. Yeah, 4-2-2. Yeah. Just cav dropping swords, yeah? Oh, cross. Nice. Бати, жесткий диск поменял, блять. У меня высокие настройки и пинг стабильность 100. Чё за хуйня? Раньше на минимум максимум 80 держалось, 60. 80, 90. Недавно, кажется, у всех пинг на Германию улучшился. Я это вот сенсей, вот современный сенсей, вот этого последнего, там что-то вроде поставили вот эти серверы немецкие, и бац, у меня пинг 65 там вообще стал. У всех. А ты где-то в Сибири живешь, я так понимаю? Я на Урале. Довольно далеко, да. Вот Грифона вроде тоже лучше стал. Дальше, чем все европейцы. Когда пинг больше 50 на пехе напряжно играет, на самом деле. Да наоборот. Вообще тут это, разные аспекты пинга. Ты имеешь в виду пинание со щитом, да? Нет, вообще-то нет. За все классы невозможно играть с высоким пингом. Я вот у себя в своей этой родном городе, когда месяц играл летом, у меня пинг был 60 с лишним. Вот я там тащил за кавалериста. Я всяких конников. Но ну у вот. Тебя сейчас 73, это для кого? Нет, это вполне это себе плохо. Как бы. В смысле, это плохо. Восемьдесят уже невозможно. Ну как, я вот последний матч играл, я вообще психовал. Окей, okay, it's live. We'll go to the corner. На угол идем, направо сворачивайте, сразу как заспавнились. Все, направо туда проходим. Арбалет будет? Будет, наверное. Гонзалес, stay with Duck. All the time. Право ж, мужики. И вот это право. Все верно. Это никто право пошел. They've gone down to the boat. Yeah, on there on the ship. We will just stay here. If it's good. Рейх. I think they will go through the right side. Yeah. So, делайте crossfire. Yeah, I'll move up onto the left here. By the count. Пехи, короче, желтый пех, Зенджер, иди вот сюда. Встань сюда вот. Подожди, вон они. Все, встань на место на свое обратно. They push the duck. We need to cover duck. I'll move back. Their calf's coming for me. What the? Oh. Okay, we are under attack, we need to push them.
Ну. Ну да, видишь, у меня пинг повысился. Да. То есть сервер говно. Я сейчас насквозь рыцарским проехал. И не убил. Плохи. А, let's push them. Let's push them as quick as possible. Окей. Рашим, рашим. Так, дроп. Как раз... Как там, арбалет? А, they have only one cap. No, two. Yeah, two. Они это... Ah, they're on the ship. So let's go to the trebuchet then. Let's go to the trebuchet. Они слева. Вот Пехи, Резенджер, Гонзалес по левой стороне идите. Все, сейчас рашить будем. We will push, we will push, we will push them. Но не, сильно не торопитесь, играйте с арбалетчиками. Никсен, попробуй это... Let's follow them. Бомб... Бомб давай делай. Так, фак, ага, бомб. Вот тебе бомб. Забирайте, забирайте вот этого. Осторожно. Дальше не... Кау сзади. Кав coming in. Перегруппируйтесь все вместе, будьте сейчас. Ничего. Не потерь пока. I'm gonna пока арбалетчики все целые. Можно на кроссфайре сейчас сыграть нормально. I'm gonna go through the tunnels in the mid. Ага. Пробуйте арбалетчика бить. Да, сейчас идет через туннель. Уже лучник. Продвигайтесь по левой части Пехи. Вдвоем играйте нормально. У вас два арбалетчика и всадник сейчас есть. Так что все нормально. Все на балансе. Особо не рискуйте, арбалетчики вам помогут. Сван, помогай на плане. Смотри, как круто, все нормально. 30 секунд на флаге. Cavs coming into the flag. Видал, как он умеет? Против двух пехов выжил. Пошел помогать. Так, флаг здесь. Let's do the same as on the first round. Делаем то же самое, что в первом раунде сделали. Также расстановку составляем. Heavy crossbow. Пожестче играйте, Гонзалес, не сливайтесь. Рейдж тоже, не сливайся. В команде играйте. Давайте по парам разделимся. Пенетратор, вот давай с рейджем. Ходишь. Будете в парах играть. Давайте проходим через левую сторону. Let's go through the left side. Ты можешь грифоном прибушать, кстати. We need to keep the... We need to take a big rock. Большой камень займите сначала и
I'll stop off in this little stable thing here on the left. Так, тебя рашат, что ли? There's да, one infantry рашат. Going for the other crossbow trebuchet. Так, ну все, выдвигаемся, да, все нормально, выдвигаемся. Cav coming in. Cav's low with the red shield. Coming into flag. Cav behind. Seconds. Alright. Do you want to go right and I'll go left? Растяните их. Лучше идите на флаге уже. Go flag, go flag, go flag. Flag, flag. Oh shit, I'm sorry. Я могу. Не договорил. Do you want me to switch to infantry? Yeah. Just have one archer? Yeah. Okay. As you wish, yeah. Щиты, дротики, все там, знаете. I'll drop a sword and shield for Cav mm-hmm. as well. Три щита. Все пехи щиты скидываете. Хоть у нас и три человека, кому щиты нужны. А Грифон скинет топоры, не? Грифон топоры скинет, наверное. Если попросишь. У вас, кстати, голоса одинаковые, что у Грифона, что у Дака. Нам щит скидывают? Да, щит скидывают. Не меч бесплатно даже скиньте. We'll go on the right, on the corner. Делайте кроссфайр дротиками, представьте, что вы лучник, пока у вас в руке дротик. Крутой щит на спавне. Let's stay here. Let's stay on this alley. Flag, flag on the ship. Okay, let's go. Let's... Давайте побыстрее двигаемся и в арку, все встаем в арку, чтобы они там застряли.
Давайте-давайте, я торможу немножко. Лучше левее вставать и на себя манить их. Crossfire дротики, Crossfire дротики. Только щиты пока не надо тебе. А вы сзади. И все, кав. Я смотрю за кавы. Поломайте щиты, подойдите поближе, щит поломайте. Но не атакуйте, не атакуйте, не атакуйте, отходите назад. Кава заезжает, кава заезжает. Еще кава, еще одна кава заезжает. Кава. Да, перещит ебашит. Арбалетчика слева займите, дзенджер. Подбирайте щиты, топоры. Щит скиньте. Щит второй возьмите. Плохо он так через щит меня убил. Так же двигаемся. Назад. Флаг был на корабле. Сможете там пока без меня, командор? Let's push from right side. Don't split. Do your work together. Perhaps they made a crossfire. Кав на наш респект. So be careful. Don't go. Никсонер, подойди на наш респ, слышишь, Никсонер? Go back, don't push. Не рашьте, отойдите назад. Чё? Забейся. Are you pushing? Okay, let's push then. Какой бред, ебаный. I said you don't push, why you pushing? Не надо что-то там стремиться убивать, пока мощного замеса еще нет. Время тянуть надо. Ну, это не важно было. Они здесь? Ага, сколько у них арбалетчиков? Один. Съесть. Давайте зарашьте их, у них придурок один позади. Они в меньшинстве сейчас. Я двоих, считайте, держу. Тихо, я арбалетчик. Сван, помогай. Да капец, они офигеть какие. Сван, займи вот этих двоих там вот. Ну все, они как раз вдвоем остались. Этот чувак как будто за 3 недели научился играть. Райдер. Рокер. Upgrade equipment, don't forget. We'll go to the middle. To the middle now. And go to the tunnel.
Take a Jers. А флаг где был? Не было. На кораблях. Вроде. На корабле. А, был. Так, нормально, стоим здесь. Знаете, как поступим? Если флаг у них появляется, мы идем назад через их респу. Вот сейчас назад отходим, назад. Let's go back to their spawn. Там будет Као сзади заходить. Синий пех, не останавливайся. Я сейчас зараж. Синий пех. Вот ты синий в углу стоишь. Так, сейчас я вам скажу. Рашьте лево. Сейчас выходите и рашьте лево. Слон, помогай. Копейщика займите. Кавалерия, кавалерия. Сори. На закрытой карте тащить будем. Или это уже закрытая карта? Это закрытая. Ну не знаю, я им сказал, любые карты ставьте. Они поставили, наверное, с турнира со своими. Ну или на открытый будем тащить. Кавалерий. Смотрим. Дов, ты вышел? Походу вылетел. Костел. Тут на последнем с ником R это турк, что ли? Не, это, наверное, этот. Риттер, нет. Раз чувак с таким ником за сборную Турции. Не знаю, ну как. Бак. Смотри, маленький. 16-летний, который. Хорошо играет. Я таган. So. We need duck escape. And. And. Кто-нибудь может за кавалериста зайти? Кроме Зенджера. Рейдж может быть зайти за кавалериста. Ты здесь? Сейчас я зайду. Рейдж кавалерист. И у нас один лучник. А за лучника может кто-то зайти? Кроме Зенджера и Пенетратора. Я могу за лучника. Нет, кроме конника. Даже так стрелял с лука, не? Да, кавалерист. Ставь любого. Так, подожди, у нас тут какой выбор-то? Либо Гонзалес, либо... Все, ничего-то не понял у нас. А, я... Я, Дак, Сван. Я, Дак, Сван, Рейдж, конники, Грифон, лучник, и остается Пенетратор, Зенджер, Гонзалес. Что-то я не понял. А, Пенетратор, Зенджер, Гонзалес, вот. Что-то сложно. Три пехотинца, лучник, четыре коня. We have four cavalries and one, only one archer. And three infantry. Так,
Пенетратор, можешь зайти за лысин? Ну я могу зайти, конечно. Ну все, заходи. Я-то ган скину даже. Если ган скидываем. Ну, хотя некому Гонзалес с топором. Щиты скидывайте, пехи щиты скидывайте, когда лучше будет. Now we have two archers, two infantries. 2-2-4. Yeah, that's probably needed against Vegas. И те же классы будут за лидеров. Тут лучников надо контрить сразу. Кави. Чего по-быстрому закончил? Что думают они? Это всегда так. Самые долгие это турки. Они сначала болтают, потом им говорят рестарт и лайф, и только потом они начинают ну как бы определяться, кто кем играет, и кто скидывает. Нормальная тема. Я вообще Ты чё, уже с ними играл? Я же, блин, в турнире с ними играю. Ну, в одном плане. И они, короче, там церемонию проводили. Мне какой-то номер присвоили. Я не помню какой. Окей. We'll go on the left side. Take your shields, take your skimmies. Don't split. I say when you need to split. Just stay on this bunker. Guys, beautiful. Don't go to open place. They're in the marketplace. Yeah, they're on the right and they going to the straight to the flag. Okay, let's go to tables. Let's take these tables. And Грифон, иди на... Ладно, Дак уже пошел. А, Пенетратор пошел налево, а все остальные направо они за Грифоном. Они же на флагах. Все остальные направо за Грифоном. Пехи, Гонзалес направо. Через правую сторону будете атаковать. Бля, Кава, нам нужны лучников их. They put an archer in the forest on the left. I will kill archer on the forest. На трассируешь. You can push, you can push. Попробую. Without my command. Чего все сюда приперлись? О, nice. Nice. Second archer down. Then. Оу, лаг, лаг. Осторожно. Лагает. Cav stopped. Locking him in. Stick together. Пехота, двигайтесь вместе, не расходитесь. У вас только один кавалерист, и он сдох. Couldn't avoid that. Stick together. And stay on the flag. It's a free cav. Yeah, they're all free cav. You can take this horse if you want. Yeah, it's got good health, so... Как только вы копье убираете из рук, кавалерия начинает атаковать. Бля, живучая нахуй. 4 удара. Че заберу? Just stay on the flag, and I'll keep them off you. Вот если бы у ботов была такая команда, это было бы круто. Все бы давно научились играть в Urban. I think he's just gonna go save.
Возьми щит. Где-то ломаные штуки. Шлем купи, дротики. Let's do the same. Осторожно там, чтобы слоты не поменялись. Чтобы там стрелка там не заспавнилась. Don't be so aggressive, guys. Duck, where are you? On the right side. I'm gonna go for a long flank. This is sort of what I do. They're on the turtle. Alright, we already made the nice positions. So just stay on your positions. Стойте, как стойте. Стойте, как стоите. Так, у них кто-то пошел направо, лучник. Слева пока нет движения. Они все направо пошли. Давайте тоже вот к этому лучнику, к нашему смещайтесь направо, а Грифон один. They're coming from their spawn. One cap. Рашьте. Алло. Блядь. Бамбл был хороший. Лучник на... Тебе идет. На печке. The cav come from their spawn. Кава. Плохо. Найс. Ты тыщ, как поезд. Flag on was on the middle. We will go on the right now, and we will stay on this position, on this little wall. Они направо пошли. Mm-hmm, все направо. There's a better shield for Cav. Right, spawn, right. I dropped it right there. Marketplace. На рынке они, короче. Они пытаются рушить. They are trying to push us. Be careful, don't die. Let's go back. Make a crossfire. Подальше Грифон отойдет. Так, флаг сзади нас. Стоим. Just stay. Shoot the horses. There's a cab in our spawn. Yeah, I will kill. Они назад отходят, мне кажется, они через мидл ходят. А кавалерия сзади? Уже нет. Давайте выходим на флаги, они отошли уже. Да, они через мидл идут. Параллель. Опа, смотрите, как они идут. Сейчас щит надо сломать кому-то. У кого-нибудь. Вот так вот. Все, стреляйте нафиг. Я сдох. Не капец. Не сдыхайте. С кавалерией играть, все нормально. Все, отойдите. Пусть лучник стреляет, пусть кавалерия там ездит. Потом луку два раза промахнулся. Пока стойте, время есть. Они начнут уходить, и мы уйдем. Я сейчас сожру. Стойте, у вас кроссфайр хороший.
Да, только у меня стрел нет. Так, Гонсалес, уходи на флаг. Дай, может, парочку. Лучник без щита у них. Кавалерист у них на... Ну все, хватит. Этом, на башне. The cav's been dismounted in the arspawn. Помоги. Ah, how did I miss that? Блядь. Чё промахиваешься? Так вот надо играть, Гонзалес. Чё промахиваешься, не понял. Могу было Лансу попасть. У тебя была самая главная задача. Не, вот так вообще мне понравилось, как мы сейчас стояли. Даже если бы они вас рашить начали, то все нормально было бы. Можно мне за лучника сыграть? Три кавы можно сыграть, потому что, ну, их кавы пеши буду. Три лучника. Угу. Ладно. And now we have three archers. У нас ятаганов хватит? Или купить это на ручку? Yes, we have three. Не кавы решают усранить, а мы кавы за раз пешим. Да. Ну, с варбоу может быть. Не знаю. Да, нормально. Я вообще из-за этого ненавидеть стал конницу. Саринецкую. Для меня сейчас самая лучшая конница — это вигерская. В смысле, у них же нет отшписа. Не в этом дело. Мне кажется, они самые такие скилловые. Ну, у них там в настройках прописано. Вроде бы, не знаю. Я за луку, да, сыграю тогда? Да, ты лучник. Щиты, значит, у нас пенетратор Гонзалес. А, я скину щит. О, я скину меч. А... Я тоже лучник, или что? Зенджер, купи три щита, короче. Понял? Зенджер, ладно, пофиг. Щита. Золото заходи. Пенетратор лучник. У меня фальчион. Я больше убиваю. Все, я скинул тебе это ганзен. Let's go on the market. Let's go to market. It's a cav in the church area. Это все без щитов нормально пойдет. Берите там. Че, я сказал, щиты покупай. Кому там? Ганзен, ты купил? Бери щит. Вон. Зачем мне щит, я лучник? Отдайте Никсонер щит. А чё и таган не взяли? Лучник с палкой. У меня фальчион есть. Нафиг мне щит, ну ладно. Рели, зачем тебе щит? Не могу разобраться, блядь. Гайс. Я пойду в лес, типа, слева от флагов. Сейчас меня кава убьёт. Ладно, расположитесь, защищай. Вы знаете, как располагаться. Идите на флаги, мы просто расстреляем их. Да, Никсонер, защищай меня. Я Никсонер хэд, да. Идите на флаги просто, и все, мы расстреляем. Бехи, идите на флаги, бехи на флаги. Гонзалес, Зембер. Они уже на флагах. Будет, микрофон включите. Одна кава очень сильно ранена. Кавалерия так, пока не идет еще. Я остановлю, Грифон, тебе кого-нибудь сейчас из конников. Cav coming to the tables and marking. Вот так вот. Нормально? Чё не стрельник? Капец. Не сдохните, конники, не сдохните. У них тоже лучники стреляют. Спешал одну кого. Ну
Так, разберемся. У нас три лучника. Кто-то щит не скинул. Три ЛС-ных лучника. У нас два пеха скидывают три щита, в общем. Зенджер скидывает два щита, а этот, Гонзалес, ты скидываешь один щит. Обычный завтрак. И все. Я две кого спешил, не знаю, что сливались. Сейчас проходим направо. На рынок, на рынок, давайте на рынок. Что там нам толпиться в эту штуку? На рынок, на рынок. Let's go to the market. Let's go to the market. Guys, guys, guys. Market on the left side. Чё, щит кто-то не взял опять? Гитаган кто-то не взял. Ну это, мне это щит принеси. Всё. Зенджер, у тебя таган есть? Я вот вообще не умею играть вот так вот, с тремя лучниками. Кто так играет вообще? Ну я сейчас, короче, пойду около мостика. Их, походу, кавай зефает ехал, да. Просто нужно растянуться и расстреливать. А пехом жить. Командуйте. Короче, я около мостика буду стрелять. Вторая позиция, может, к стенке может один лук, второй пойти. А третьем... сторонки где-то. Кавалерия, кавалерия сзади. Еще, еще, еще сзади, еще, лол, еще. Лоу, сори. Я думаю, откуда это было? Пипец, вы в линию стали вместе. Он отошел, я в тебя попал. Блин, где Грифон? Где этот, Сван? Мы в спину им стреляем, стоим. А чё? У нас бомжа убили одного. Two cap coming for you. Еще, еще кавалерия, там эти... Блин. Ну офигеть, приехали. Just leave them for the archer to deal with. Пушьте, пушьте их. Все, Гонзалес. Nice kick, man. Зарашен. Нафиг эти три лучника, бери кавалериста. Да, я просто не умею стрелять. Ну, аналогично, в принципе. Cav come for you. Просто у меня обстановка. Давай на флаг 20 секунд. Раги, спускайся. Спустился. Все, нормально играем. Зендер нормальный закон. Снова на рынок. We'll go to the market again. We have two watches now. Because we can't play with three archers. Почему у нас лучники с лучниками ходят? Их с пехами. Нормальная тема. Формация, все нормально. Сфокусируйтесь, вы должны фокусироваться на конях. Где они есть, как бы? Так, вот, кроссфайр сделали, все нормально. Так, пенетратор, оставайся здесь. Дайте им позиции занять. Вы слева стойте, не уходите далеко. Хорошо. Скотина тупая, еще сидим. Я слишком бесполезный, чтобы так пытаться меня убить. Но он этого не знал. Просто стоите, ждете. Там с тауэра идет кто-то, нет? Нет. Они слева вообще. Я брат меня думаю, кстати. Я не могу этого знать. One cap dismount на spawn.
Please, Каф, 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 we need... Каф, давайте кавалерия сюда, сюда, на респу, на респу. Каф, on the spawn, on the spawn, on our spawn. Be quick, be quick. Come to our spawn. Alright, I'm on my way. Be quick, be quick. Ah! Are you pushing or what? I'm here. Nice. Nice. Из троих всадников один только примерно. Кал аккуратней. Так, у них кроссфайр, да? Нам нужно его разрушить. Гонзалес, стоишь нормальный, Зентер нормальный стоишь. Сейчас кавалеристами будем разрушать эту фигню. Поехали со мной. Ну, лучше забейте, занимайте флаги. А пока не подойдут, ничего не надо. Вставайте на флаги. Просто выйдите на флаги, 38 секунд и выживете там, и все. Давайте 30 секунд вам выжить. Кавалерия справа, Гонзалес. Лучник за будкой слева, лучник за будкой слева. Блин, почему Кава с хеда не падает? Не сдохните. Это законно? 5 секунд. Да. Кто сдох первый? Лучник рыцарский это выдержало. Нет. Тут вообще рыцарский не работает, я уже 30 раз промахнулся. Right. Was good anyway. Thanks for coming back. That's okay. Disconnected from your channel. Если что, тут суббота, возможно, свободный матч будет. После того, как все матчи, все клубные матчи свои сыграют. Alright, see ya. Goodbye. See. Вот смотри, я тебя сейчас вот не вырезаю. Сейчас еще раз, смотри.